31 июля еще встретились, и я ей тогда одолжил 2300 рублей. Кому? Потом, через полторы недели, я ее спрашиваю, ну ты мне вернешь их вообще? Она стала динамить, ну, то есть я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать. Вот у меня была цель именно убить. Ага. Ну, нож где? От почты недалеко, от почты. Ну, покажешь? Да. Я зашел в третий подъезд на Вишневой 20, и на лестничной площадке между первым и вторым этажами стал ждать Екатерину. Когда увидел, что она заходит в подъезд, спустился, достал нож, стал ждать ее за стеной. И когда она вышла ко мне навстречу, я на нее напал и стал наносить серию ножевых ударов. Потом решил, что она могла остаться в живых, и зашел обратно в подъезд и нанес еще ей серию ножевых. После чего я уже оттуда ушел.